Я же ж как этот. Да. Давай посмотрим этого лысого. Только в минус чувака. А как его... Ой, прости, а как его зовут? Вроде бы Александр. Это заразно. Ну ладно. Зевание. Я поняла. Смотри, когда была инициация, кто ему дал студию звукозаписывающую, монтажеров, трое аналитиков, слушай, какая ложа? Никогда не смотрела этот канал. А это чего, он недавно? Ну, с годик. Я как вижу, Больше. наверное, где-то больше он был один, а потом он стал не совсем один. Угу. Где-то апрель, наверное, март, апрель, конец марта, начало апреля. Угу. Да. Идет след в след. Я звуки, у нас звуки немножко перевираю. Я реальные истории. И он чуть-чуть. Я твари, он зверя придумал. Ему придумали, якобы он в Антарктиде. И так далее. В общем, много чего перевирает. Хорошо, красиво, грамотно. Это на самом деле интересный человек. Да, он очень завлекает. Его интересно. Смотри, как у него там. У него разложено все очень четко, даже по процентам. Знаешь, как 92 правды. Угу. Бабах чуть-чуть. Да, И да, да, вот да. увел. Это как на полградуса за каждую, вот за каждый момент, каждая новая передача, знаешь, вот. Еще Или чуть больше какой-то. выкручивать мозги, да. На полградуса, не намного, на чуть-чуть, на чуть-чуть, на чуть-чуть, куда-то в сторону, и человек там не опомнится, как уже не туда идет, а в другую сторону. Вроде ему туда и не нужно, но уже ушел туда. Ага. Кто им? Какая-то странная способность у него настолько все изменять, что людям очень нравится это изменение. Даже те, которые, я бы сказала, очень хорошо отслеживают ситуацию, они не замечают, потому что там, ну, погрешность очень Да, маленькая. чуть-чуть. Да, 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 Чуть-чуть. да. Чуть-чуть проверяет. Всю правду рассказывает, только чуть-чуть уводит. И так накидывает кучу разных вещей, которые вроде бы правдивые, но картина в целом. Контекст какой-то не Да, такой он получается. складывает пазлы, и каждый пазл и вот чуть-чуть докладывает своего, чуть-чуть изменяет. Вроде бы правдивые факты, но из кучи фактов эти картинку свою, какую надо, неверную складывает. Молодца, молодца. А почему он такой молодца? Посмотри, откуда у него такие уникальные способности. У него в голове как воронка какая-то, и в голову, или просто в голову идет как воронка какая-то. Угу. Но это не естественный канал связи с космосом, знаешь, а вот искусственное что-то. Ну, посмотри, он масон, инициация есть. Была. Нет, не было, это подключка к внешнему контуру. Даже Так. не во внутреннем круге. Ну, даже не вот не первая, вот, а Угу. вот рядышком. Незачем масона ставить на такое дело. Угу. Масон же светиться будет. Это Да. чистый человек хороший. Угу. Но тем не И тут, менее. да, и тут все человеческое. И зацепиться-то не за что, если кто будет смотреть. Тем не менее, он на такой, на поводке, на таком, знаешь, как за ногу привязан. Да. Да, там есть какая-то, ну, вот группа, команда, кто-то, кто помогает, кто подсказывает, озвучивает. У него эти идеи как в голову просто зернышком клац, и он уже, ага, он знает, что делать. Угу. Ну, смотрит, кто его ведет. Да, проектор там есть. Там как на уши кто-то сидит и шепчет. Угу. Подключка однозначно, Илья. Угу. А где он живет-то? О чем мне идет, как Минск, Белоруссия и Беларусь, округ? да. А, все правильно, да? Это в Минске такие продвинутые ребята живут. Да, вопрос для чего и почему именно они? Там большую территорию нужно удерживать. Реально большой. У них такой круг большой. На всю Беларусь. Ну, не одни они, которые такое занимаются такими Угу. вещами.
посмотреть, что за Даже лужа. вот часть Украины, вот Черниговская, вот туда вот так вот большая область. Да, это их ну, это их ложа. А ложа достаточно большая, она идет вот по этой стороне, она занимает вот так вот Беларусь, да? И вот на Литву и на Польшу идет вот туда вот круг вот так большой. Всплыл этот, как его? Певец-то. Колдун. Да, точно, во. Я увидела. Тоже их человек, скажем так, из-под них. Да, примерно, да, и тот же. Но этот уже более продвинутый. Этого уже запустили, как, знаешь, за ворота завели уже. Колдуна, скажем так. Ну да, посвящение было, этот уже масон. Да. Что за ложа? Смотри. Специализация какая-то есть. Есть. Разбавление какое-то. Колдун тоже таким занимается. Популяризация и вот в сторону разбавления. Это нельзя сказать, что СМИ или вот... Но вот именно, знаешь, вот людей цеплять, удерживать и уводить чуть-чуть в сторону. Вот таким они и специализируются. Это на территории, вот где Беларусь, и там немножко Литва, Польша тоже такое, идет от них трансляция. Ну, языковой барьер, А где вижу, они как они препятствуют. от линзы, смотри, от России в истинную силу берут более-менее русского народа и транслируют в польское все. Берут силу, перекачивают туда. Это есть у них такое, это не одна линза, там целый трубопровод выстроен до границы России и Белоруссии, даже в России, вот как Да, они две. как трансформатор. Да, они как трансформаторы просто. Выкачивают внимание с России и энергию в себя, а они подключены к чему-то польскому, там, Краков, Да, вот туда идет вот круг Польша. же большой, я говорю, там и Литва, по-моему, или Латвия, что там вот кусочек задействован, и туда. Круто. Прибалтика, скажем так. Круто. Ну, пошли им кого-нибудь для начала. Снайперов. Пусть побирают под ключки. Чего, ребята, пусть Пусть. работают. Они же начинали работать чисто, правильно. Вот пусть дальше Ну, чисто работают. не очень. Ну давай. У Саши, да, убирай. Но они ж восстановятся, и он мне вообще не интересен. А ему пантерок для чистки. Человеческое останется, это обгрызут. Судью. Нет, он понимает, что он делает, Илья. Нельзя Конечно, он сказать. понимает. Он понимает. Это нельзя Да. сказать, что это несознательно или бессознательно. Абсолютно нормально понимает и абсолютно нормально работает. Там, во-первых, есть несколько вот мотиваций. Они нельзя сказать, что только один, вот одна причина в него. Там несколько мотиваций. Да, популярность, да, интерес, да, хайп Энергия, поймать, да. да, энергию отвести немножко в сторону, это да. Плюс у него же как расчет нужно давать, на него же там целая студия работает, правильно? Да. Ему нужно за это хотя бы удерживать человеческое внимание, перекачивать энергию. Это идет энергообмен, это идет как Да, он сам трансформатор, он энергоплата. много забирает у людей, да. Причем Да. думающего населения, мысли. Отводит немножко в сторону и как перегруппирует. Ты знаешь, вот если посмотреть, просто на кого бы это посмотреть-то? Какого-то среднестатистического человека, который его смотрит, правильно? Но я честно его не смотрела и на себе не проверю. Думающего. И уводят мозги, плывут. Я за то, что там такое, знаешь, как я увидела, когда идет трансляция, впечатление, что вот лучи эти такие кривые немножко, как скобочки, вот так, тынь-тынь-тынь. Людям на мозги, да. Вот я именно об этом хотела проверить. Форматируют. По-моему, да. Уменьшают количество вариантов, по чуть поворачивают и смещают акценты абсолютно. Ну, там грамотно, реально, если бы он Он сразу реально начал. грамотно говорит некоторые вещи постепенно. Там про пирамиды начал говорить, что жертвоприношения там 5000 лет назад еще были. И сейчас пирамиды такие же собирают Гавах. То есть знак равенства просто ставит между современными пирамидами и теми. Ну, в общем, красиво работает, красиво. Никто не заметит. На самом деле это все немножко иначе.
И пирамида не для жертвоприношений, но он делает вывод, что пирамида только для жертвоприношений. Какую-то часть информации дал, потом сверху наложил другую Да, программу, и все поставил знак значение равенства. понятно. Да. Это как магия уже получается, Да, слушай. он этим занимается. Это реально как программная магия. Вот смотри, одна часть, вторая сверху наложил, приложил и транслировал. Да. Человека класс, 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 сложилось. Вот. Да. Символы раз, раз. Как в роликах вот делают то же самое. Он только это проговаривает и показывает видеоряд, а потом делает вывод. То есть все это как на кукане буквально. Вот там соединил, там соединил, там соединил, позацеплял, а потом все это одним ложным выводом чуть-чуть раз и Да, поймал. потому что чувствуется, как магия оттуда идет. Да, чернушное нехорошее, да, через него еще работают. Поддерживают, прокачивают, чтобы он был симпатичным, нравился, таким правильным казался и прочее. Смотри, сколько чернушной, нехорошей энергии вокруг него. Там просто энергия в него как вкачивается, какая-то такая не очень А хорошая. хорошая выкачивается, да. Это такое демоническое идет. Не знаю. Демоны к демонам. Теней. Теням его скорми. И всю эту ложу. Да, хорошо. Так, ложу все-таки вернись, подсвети всех этих там. Да, там большой круг. Сколько примерно? Да, несколько тысяч. Круто. Ну да, он говорит, что у него, когда еще пообщались там пару раз по телефону, я же ему говорю, вот, классный вариант про звук, это органы, классный, еще там, ну, общались. Тему я им подкидывал, он ни одной не взял. Он начал просто извращать идею о звуке. Он говорит, о, вот у меня тут знакомый есть, типа, директор-то того-то, где орган стоит. У меня такой-то знакомый есть, директор того-то, ну. Простой человек, ну понятно, что масоны друг поддерживают, мягко говоря, друг друга. Я не уверен, что он не масон, смотри, закрыли под ключку просто. Инициацию. Смотри, кубик черный в нем. И почему его накрыли? Смотри, я по чакральной системе могу уже проверить, Да, даже не по проверяй. подключкам. Да, закрыли искусственное или. Сделали обычным человеком, да. Уткни, проткни. Просто что, чтобы не видно было, что это. Пантерки. Это тоже лохуша нет, чтобы посмотреть сразу от подключки. Нет, все хорошо, чисто. И они же могли ее зачистить-то. Конечно, что это они сделали. А в нем, смотри, кубик Я вижу. черный. Ломаем. Да, там несколько тысяч человек, там большая эта ложь. Судью, пантерок, милиционера на всех. Они там медийное пространство держат достаточно хорошо на этой территории. Да, там все директора этих, как его, даже Тюзов, театр юного зрителя, вот такое. Все, их и хороший выход на Польшу. И они участвовали в подготовке, в медийной атаке на Ну, батьку. да. Я вот только это Подготовка рассматриваю. Майдана. Да, однозначно, да. Это ложа. И в подготовке первого покушения на батьку неудавшегося. Прям буквально. Ну, помогали, а исполнители приходили другие. Но они их типа квартировали, там приглашали под видом чего-то.
курировали Да, идет. что-то курировали. Ну что же. Да, против батьки они работали. Ну, не этот человек, понятно, а вот ложа та, которая Их ложа, занимается да. продюсированием. Ну, как мы обычно работаем с ложами, вспоминай. Так как мы раньше работали, взять, накрутить, раскрутить. Да, можно покрутить для начала. А без проблем. Чтобы они отделились. О, к Москве оптоволокно идет. Оптоволокно покажи нашим друзьям, пусть сворачивают, уничтожают. Этим Да. уничтожителем оптоволокна. Я поняла, Так, хорошо. замечательно. Пантерки. И пантерки пошли. Ну и стандартные поливалки с этими сжатками. Как водоросли, ты понимаешь, там вот эти вот много там очень этих щупалец. Угу. Да, я ж поморщился, когда вытащил, чуть-чуть начал вытаскивать. Фу. Стандартная операция. Берем одну жатку, копируем и туда. Нанесение тени, поливалки сзади и вокруг. Снайперы оба вида, пофиг. Пусть работает, пусть очищает Да, пространство. синим покажи, пусть забирают силу. Играются в прошлом. Сейчас перемалываются все, пусть. Там какой-то центр у них есть, вот туда синих направить. Угу. Как развитие молодежи что-то, вот туда заманивают много. Угу. И все государственное, кстати. Да. Поливалки вокруг пусть работают. Александр, все, кто смотрит, парикмахера. И ему, и тем, кто его смотрит. Мусор с головой Угу, поубирали. да. Причесали. Так лучше. Да, хорошо. Просто знаешь, как вроде не дает, я его так вижу, что вот знаешь, как подходит к человеку, раз и продавливает. Не дает человеку, чтобы он сам подумал и принял для Да. себя какое-то вот так или вот так, а подошел и бомс, и просто вошел Угу. туда. Угу. Вот как они это делают? Кто это делает? Эгрегор? Компик квантовый? Нет, я вижу, что это эгрегором просто продавливается. Ну, понятно, что эгрегор компиком квантовым-то и поддерживается, да, и не одним, скорее всего. Это как волнами просто в человека раз и в сознание входит. Не то, что человек сам воспринимает или нет, какой-то критик внутренний что-то, а продавил вот как лед, знаешь, под лед раз и пошел. Угу. Продавливает именно. Даже человек не отдает себе в отчет, воспринимает он информацию или ну, Да. вызывает что-то Никакого диссонанс. выбора. Ему вкладывают все. Вроде под Да, вот. правильным соусом что-то больше. Это уже довольно жесткая работа, похожая на компьютерную. Посмотри квантовые компьютеры. Это ну, в эгрегоре в том есть. Их там не один есть. Их там, наверное, штук 6 или 8, 8, по-моему, спрятано. Там, ну, у них локальный их эгрегор, не тот, который на ну, общий масонский, скажем Собачку. так. Собачек. Да, 8. Он внутри на все вот это вот Угу. раз, скажем так, покрытие Угу. полностью все рассчитывает. Да, собачка.
Один какой-то дом отдыха, один там, где вот орган есть. Там, интересно, цирк есть какое-то круглое здание, типа цирк. Какая-то студия там есть для талантов каких-то. Вот обратно же не совсем. Я отсюда вижу, какие таланты. Просто вижу, как идет отбор, и сразу молодежь проверяют, как отсеивают. Этот не подойдет, этот подойдет. Вот таким И образом. тот прогнется, чтобы Это попу не идет. потрахать потом, масоны сделать. Да. Ну, типа самых умных убирают и ломают, суки. Поливалки. Такие центры. С антивирусом. Да, пусть промоет. Да, ну и жатки. Ну и докторов на всякий, пусть полечат сразу. Ну и побольше снайперов, пусть вообще во всех стреляют. В Минске можно. Там куча понаехавших. Пусть стреляют антивирусом. Во всех отстреливают под ключки. Да, хорошо. Можно иметь сестер. Туда же. Хорошо. Полицейского тоже. Это всем, кто смотрит его канал. Только в минус. Пантерка и полицейского. А судья что говорит по поводу этой ложи? Судья говорит, что противконно. Прикольно, незаконно, а он говорит противконно. Антиконно, да, все верно. Пусть пишет, забирает все. Отменяет все контракты. Все разрывает. Но они много накачали, у них много сил. Много, потому что и территорию-то большую держат. И людей много их смотрит. По разным каналам, причем они накачиваются. Вот эти всякие песняры и все прочее. Интересно. Да, там именно они медийным пространством занимаются. Ну, это Как блогерство, это промежуток, чтобы накачать именно Беларусь. А что такое Беларусь? Это все-таки граница, промежуток, трансформатор между Западом, Польшей и Россией. Да, выкачивают из России. Славянский базар. Типа центр славянства непонятного. Что такое славяне? да. Это не русы. Чтобы все думали, что русы одни из славян, а не главные. Вообще-то все русы. Русые, белые, но подмена понятий происходит, да. Спецоперация, энергетическая, психологическая и прочее, они этим занимаются. По принижению роли России, а вот... То есть из центра Россия должна переместиться куда-то на Да, окраину, да, вот да. центр А силы, центр центр это культуры. Белоруссия, получается, Белая Русь. Но в то же время это не русы, белые русы, а некие славяне. То есть размыть понятие, перевести. И в то же время сделать вот этих белорусов, которые как бы истинные русы, почти поляками на самом деле. Пиар Да. всего белорусского, который почти польский язык теперь. Из И вот извращения дальше, русского. дальше. Да, да, Да. да, да. Просто оттянули немножко Да, морковку, да, дальше да, да, да. оттянут вот Да, так по вот. чуть-чуть меняют. И все больше белорусским язык становится, то есть все менее русским. Ну, суки. Кумпики под контроль малыша. Сейчас после чистки собачками переведу. Да, хорошо. Все, кто в этой секте, ложи теням. Всех. Неважно, что там напишет судья. Я принял такую
ответственности решения. Надо покормить теней. У них уже мешок полный. Они говорят, не унесем. Тащи вниз, ладно. Там тоже прыгали, да, Илья? В смысле прыгали? Не знаю. Вот какие-то волны такие идут от ретранслятора, и люди на улицах прыг, прыг, Да, прыг. Кто не скачет, тот москаль. Они этим занимались пиаром. А перенесение Майдана с Киева туда. Это было и в 2015 году, и сейчас, типа, козлы. Я просто смотрю сфера их влияния, на что они еще влияют. И сразу увидела, как толпы подпрыгивают. Да, промывка мозгов — это их специализация. Четко. И там довольно умные твари сидят, не могу их людьми назвать. Ну что, давай всех, чтоб мало не показалось тогда. Медсестричек с клизмами. Всем, кто в этой ложе. Пусть лечат. Да. У них программирование же через жопу буквально. Информация заходит. Вот пусть эту информацию вымывают клизмами. Пусть пытаются. О, они сейчас пытаются собраться против нашего наезда. Через недельку что-то. Ответ какой-то будет. Весело. Если не раньше. Ну, раньше. 3 дня не суть. Смотри, что они придумают. Сразу прям. Ой, Илья, как обычно, на что бы они придумали? Разоблачать тебя будут. Угу. Ничего нового. Хорошо. Ну, пусть покачают энергию. Ладно, я заберу. Поливалку. Символ мироздания им. На всех, всем на лоб. Они как испаряются. Жатки что-то медленно с ними работают. Они много там накачали. Ну ничего. Пусть. Земля там плодородная, растет хорошо. Да. Хорошо людям мозги промыли. Садовничков пусть посажают то, что против муравьев. Давай всю команду задействуем. Кто там еще? Строители пусть их поучат, как строить правильно. Каждому. Они же занимаются молодежью промывкой мозгов, значит, учителей туда вот этих. Да, уже если ты прям вот мы считаешь учителей. Обоих, и нашего, и не нашего. Они хотят, чтобы люди их понимали, пусть и их, и они людей учили. Лингвистку пусть. Все их понимают, реально видят, кто они, что они. О, это очень нужно. Они же не на одно государство вещают что-то. Да. И вот пусть уже на другом уровне. Не они решают теперь, как информация будет идти, кто их будет понимать и как. А как есть. Квантовые компики покажи малышу, пусть берет под контроль. Да, взял. Там уже маленькие собачки поработали, но взял. Угу. Ну, собачки зачищают, а он то, что останется чистенько себе, если восстановит. Ну, не восстановится что-то. Они очень легко повреждаемые, нежненькие квантовые компы. Так, чтобы еще им сделать интересного. То почему они батьки не подчиняются, сволочи?
Ну, потому что у них не те приоритеты. Они подчиняются масонским структурам. А сейчас кому? Какая программа, смотри. Мамки же нету, чё они тогда? Нет, они выполняют ту же программу, которую получили. Что у них там сейчас на порядке стоит? Заснуть? Ну вот и. А тогда, ну они-то активно, они еще ведут только в минус канал. А он-то типа будет людей. Хотя на самом деле усыпляет. Нет, он же там скобки ставит, мы же видели, это люди не пробуждаются, наоборот, сознание куклица и все. Ну, тогда пошли им няньку. Чё она без дела уже некоторое время простаивает. Пусть она их успокаивает дальше. Ну, чуть полегче дышать стало. Пытается на меня наехать. Кстати, уже начинают на меня компромат, материал собирать и думают, как применить. Думают, что что-то нарыли, какие-то два пункта. И думают, как бы еще найти третий, чтобы типа убойный, чтобы добавить еще двумя незаметными. И все смешать и типа залить грязью. Вот так, знаешь, как раствор смешивают. Говна с цементом, с песком. И чтобы на меня раз и за горку, и чтобы это застыло. Так нужно им подсказать. Пусть Валеру Крымского посмотрят. Пусть напишут тоже, что тут циферка. Нет, это слишком примитивно. Ты что, они умнее. Они умнее. Они сейчас тоже будут про несуществующую матку и про то, что масонов нет. Ну, классика, как этот масон-то, Стасик. Сам масон. Но он там просто у него мозговысер. Потому что не очень умный, его сознания мало, а своего изначально нет, поэтому. Нельзя называть себя воином света, а сам называется квинтэссенция света. Мы славяне, мы русские, как он говорит. Нет, там они что-то умнее хотят сделать. Пусть делают, пусть думают. Даже интересно. Наезды-то как бы увеличиваются, градус продуманности. Посмотрим. Ай, привыкать, что ли. Да. Но у них хорошая защита на мозгах стоит, смотри, как решетки прям, сеточки. Кто им такие поставил? Белые такие, как никелированные. Да, это невосприимчивость. Нормально это, Илья, такие встречаются. Снайперам покажи, пусть стрельнут, что происходит. Но от тех первых, которые просто маркером красочкой, от тех ничего не происходит. Которые синими стреляют. Решетка повреждается. Ну, пусть постреляют побольше. И в водовозки. Осенизаторы. Поливалки. Да, вот эти работают хорошо. Просто разрушаются решетки. Ну и домового во всех зданиях, где они сидят. Чтобы энергетика была не их трупная масонская, а нормальная, баланс. Да, как освежитель воздуха, отлично. Ну, собачки, я думаю, работают и так по всем. Пожалуйста. Хорошо, достаточно. Смотрим результат через недельку.